Че, короче, приехали. Заехали в Клюховицкую по делам, забрали резину. Сейчас приехали на ралли. Тут побудем пока, посмотрим, что да как. Но участников не особо много. Я думаю, часов до трех справимся дня. Вот. Ну а потом поедем обратно в Краснодар, посмотрим, что за материалы сняли. Можем сегодня и покурочим что-нибудь. Там дальше видно будет. Люблю, целую. Му-му-му. На самом деле уже прям закидывал специально машину, то есть проверял ее, насколько она может держать поворот, получается. Вот в одном месте грязно, и если ехать шпилькой, то нужно, получается, чуть взять лево, потом вправо и опять шпильку. Но можно проехать по грязи прямо, но тогда нужно будет оттормаживаться по скользкой глине, и машина, ну, можно сказать, скользит, просто проскальзывает шпильку, и либо нужно прям очень сильно оттормаживаться. Самое главное правило на таких мероприятиях, даже если вы начинающий гонщик, можно сказать, или участник, не бойтесь спрашивать совета у уже опытных участников и пилотов, потому что они могут дать один маленький, но очень важный совет. Когда ты будешь объезжать, ты будешь раскачивать машину. Да. Ты ее качнул, естественно, когда ты ее будешь второй раз... Масса и инерционная скорость тебя будет чуть-чуть сносит, сносит. Поэтому старайся резать по прямой. Да. У тебя не будет она так резко набирать, но у тебя будет средняя стабильная скорость. Угу. То есть по прямой я туда со шпильки вышел. Вышел. Прямо. Прям через грязь на угол. Вот, конуса. Я про это и хотел. То есть прямо на нее и потом поворачивай. Да. Хорошо. Это самое оптимальное. То есть как бы резина зимняя. Не, держит, кстати, Коля сказал, нормально держит. Грязи не боится. Да. Поэтому... А там нормально высоко, там нормально прыгать? Там, да. Там прыгать ты вообще не будешь. Она мягкая, каша раскатанная, ага. Но при этом ты на ней не поскользнешься, ничего. Ага. Главное, не тормози на ней. Я понял, а то, что потом колеса скользкие, похер, просто цапанул, пошел. Хорошо, спасибо.